работает с Алексеем Урмановым. Были времена, когда он жил еще в Москве, тренировался с Рафаэлом Арутюняном. Но сейчас Рафаэл Владимирович работает в Америке. Поднимает технический уровень катания канадских фигуристов в том числе. Но Сергей работает в Питере, в Дворце спорта «Юбилейный».
С удовольствием публика восприняла и этот прокат. Даже крики «Браво!» слышатся с трибун. Из ледовых шоу набрали музыку для этой произвольной программы Сергей и Алексей. Ну что, очень неплохо, тройной аксель получается. И двойной тоже. Алексей Урманов, один из самых выдающихся бойцов современности ледовых. Всегда сдержан в своих суждениях и высказываниях. Никогда не кричит. Говорит преимущественно тихо. Такой у него склад характера. Даже не знаю, видели ли когда-нибудь его ученики, как он кричит. Ну, разве что через весь лед. Смотрите, какие хорошие оценки. Он обогнал всех в этой разминке. Стал как минимум седьмым. А по произвольной программе, может быть, даже он кого-то обгонит из тех, кто будет выступать далее. Улучшить результат пока не удалось. С прошлого сезона он был шестым. Но зато...